включает. Там, допустим, для того, чтобы двигаться влево, нужно запустить, то есть собрать этот шар, ощутить его, научить его двигаться. И для того, чтобы двинуться влево, нужно запустить его влево, и его сила потянет назад, значит, запускаешь назад туда к почкам, потянуло туда, вперед, вперед. И вот он гуляет, и движение идет отсюда. Ну, это как бы целая система обучения. Это там, не помню, 7 что ли ступеней внутренних форм различных. 12. Ну, в каждой системе по-разному. Не это важно, потихоньку идет обучение. То есть я подал как бы упрощенный вариант. А на самом деле все сложно, но когда это проходишь, обучаешь, то тело начинает двигаться в совсем другом режиме. Ну, это другая жизнь. Но китайцы, свободная и легкая. Да-да. Не парись ни почему. Потому что любая париловка, это вот эта энергоинформационная какая-то вот среда, которая здесь вот она работает. И это, а программа это сущности, живые сущности. Вот они заползают, они захватывают поле, тело, наговаривают, уже ты не ведаешь, что ты творишь и думаешь, что ты вытворяешь. А вот ты еще вообще. И вот эти наши практики дают возможность освободиться и двигаться легко. Потому что на самом деле можно жить вообще никак не страдая, не переживая. Легко, свободно, радостно и счастливо.